Этим малышам еще только предстоит осваивать арифметику и грамматику, а вот элементы гимнастики они уже успешно постигают каждый день. В центре Ирины Винер Усмановой их тренируют лучшие педагоги, а мастер-классы преподают мировые звезды. Так накануне с детьми работали сестры Дина и Арина Аверины, сильнейшие гимнастки планеты. Держим движение, а потом делаем, да, вот таких 16 штук. Победительницы чемпионата мира рассказали и показали юным спортсменкам, как правильно подготавливать тело к упражнениям, держать равновесие и не падать с поворота. Впрочем, по словам самих звездных сестер, их главная задача – вдохновить детей. Дети маленькие могут увидеть тут своих кумиров, и для них это большое преимущество. У них будут сразу гореть глаза, они будут стремиться так же, как и их кумир, чтобы двигаться так же, чтобы еще больше тренироваться. То есть после мастер-класса они все уходят вдохновленные и радостно идут снова работать в зал. Ну а чтобы запал заниматься гимнастикой не иссякал, чемпионка из личного опыта дает совет родителям. Судя по нашим родителям, я могу передать родителям, чтобы они больше, наверное, терпели все, что, например, говорит ребенок, потому что он стоит на тренировке, может поделиться чем-то плохим, хорошим. Но желаю им терпения, внимания и, конечно же, чтобы они всегда поддерживали своего ребенка, потому что это очень необходимо. Самое главное – не расстраиваться, если у ребенка на первых порах мало что получается. Терпение и труд в спорте сделают из ребенка, если не чемпиона, то здорового и уверенного в себе человека, считают именитые спортсмены.